Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И мы продолжаем проходить Elder Scrolls Легенды. Продолжаем нашу эпическую битву карт. Разыграйте 10 карт действий, испытания магии. Привет, я главный библиотекарь гильдии магов. Нам всегда нужны талантливые маги. Покажи, что ты умеешь. С удовольствием я тебе покажу, что я умею. Надеюсь, ты это оценишь по достоинству. Это охрана императора. Смотри, их убили. Так, у нас глава 18, кинжал во тьме называется. Приступаем. Так, давайте выберем, наверное, имперское могущество. Вперед. Кто у нас тут будет враг? А, у нас будут... Да-да-да, ребята, убийцы. Мы именно на них с вами и остановились в прошлой серии. Так что давайте сегодня их будем нахлобучивать. Так, ну давай, надеюсь, ты мне дашь нормальную карту. Да, конечно. Ну ладно. По крайней мере, на первый ход у меня есть, что выставить. Ага, вот еще у меня картишка пришла. В прошлый раз я их не смог убить, победить. Так что, надеюсь, сегодня у меня все получится. Готов. Так, оружейник из Брумы. Черт, я забыл нанести удар. Ладно. Надеюсь, не критично. Так, теперь торгаш у нас из Брумы тут появился. Но мы выставляем легионеров с валунами. Вот так-то будет самое то. А теперь удар в лицо. Ну что ж, пока вроде неплохо. Стол у нас... Подходи и получишь по заслугам. Да успокойся ты, он опять за свое, а. Стол у нас более-менее... Так, еще один с поглощением. Торгаш из Брумы. Давайте выставлять. Вот то, что надо, ребята. То, что, как говорится, лучше не придумаешь. Начинаем атаковать в лицо. Потому что этот 1-5 нам особого ничего не сделает. Так, что он сейчас будет делать? Ну, он тоже почему-то бьет в лицо. Уничтожает вражеское существо. Ладно. Так, драугр гниющий, это нам не нужно. А вот это мы сделаем, пожалуй, с удовольствием. Шикарно. Ты не помеха, моя. Давайте опять в лицо. Его надо как можно быстрее забомбить, иначе он тут начнет такие картишки выкладывать, что мама не горюй. Все, пока отлично. Давайте драуга еще поставим. Вот так. И, если что, на следующий ход, по идее, мы его сможем разобрать. Бандар проклянет тебя. Так, кому он нанесет урон? Ах ты, какой хитрожопый. Ладно. Так, легионер у нас есть в запасе и защитник Фаруна. Давайте его выставим, чтобы, как говорится, подстраховаться. И опять же все в лицо. Ну что такое? Немножко подклинивает. Ну да ладно. Ну хорош, ну в самом деле-то уже, а. Все так хорошо шло. Видать, опять на серваке перегруз идет. Так, давай, давай, с валуном бомби ему в лицо. Итого у него останется 5 хп, ребята. Так, и, наверное, легионера поставим вот сюда. Отлично, пропускаем ход. И смотрим, что он сделает. Бандар проклянет тебя. Так, урон наносит 1 единицу. Смотрите, ведь знает, что надо делать, а. Но, к сожалению, ребята, ему крышка. Все. Я сейчас легионером атакую. Тем более у меня инструктор пришел. Все, хана. Здесь как-то все довольно легко и просто все у меня получилось. В те разы он, конечно, давал нам жару. Ну что же, ребята, с очередной нас победой. И идем с вами далее. Пришли вовремя. Он будет жить. Но он не сможет вести войско в бой. Нет, солдаты должны верить в силу их императора. Ты могучий воин. Я в этом уже убедился. Возьми мой доспех.
время тебя никто не отличит от меня. Садись на моего коня и веди войска. Судьба империи в твоих руках. Вот оно как, ребята, да? Значит, мы будем сейчас надевать шлем императора и прикидываться им. Так, вот они, наградочки. Так, кристаллы, скрывающиеся в листве. Да, неплохая карта и быстрый выстрел. К отряду выживших эта карта у нас. Отлично. Воспользовавшись положением, имперские войска смогли нанести внезапный удар с запада и сразу же со стороны Чейнхола. Теперь герою предстоит вести войско на штурм городских ворот. Ну вот, в этих доспехах тебя не отличить от императора. Стройтесь за императором. И в атаку! Итак, у нас глава 19, осада имперского города. Поехали, будем смотреть, что у нас здесь. Оставляем эту же колоду, имперское могущество. Кто на этот раз? Ух ты. Так, ребята, я по ходу дела могу выбрать себе карты. Сам уже здесь набирать буду. Я даже не знаю, что здесь и взять. Смотрите, сколько их тут, а. И все такие хорошие. Все нужные. Перфект. Восставший легат. Сент-Тигр. Так, а у меня здесь что? Закон Азуры. Или карту поддержки уничтожает. Да. Заковывает в оковы существо. В принципе, ее можно убрать, а вот эту поставить. Поставил или нет, не пойму. Вот, все, отлично, перфекто. А хотя, ребята, я, наверное, могу взять все карты. Ну-ка, давайте вот эту возьмем. Отличненько, еще одну. Клыкастого. Решение божественное. Все, забираем, сколько у нас поместится. По-моему, 70 карт в колоде у нас может быть, это максимальная колода получится. Так что забираем всех. Так, еще одна, да? Все. В колоде не может более 70 карт находиться. Щит Страша 1 плюс 3. Ладно, ребят, наверное, мы вот этого уберем. Этого по одной оставим. Стражи нам, естественно, нужны, потому что их очень мало у нас. Так. И еще одного. Все. Больше нельзя. А тут у нас... Ой, елки-палки. Тут еще и вот как делается. Ё-моё. Ха-ха. Да, тут надо очень долго думать, что выставлять, какие карты. Их тут очень много, как вы видите. Давайте вот так вот одну заменим. Все, вроде бы. А это у нас, я даже не знаю, кто это. Пещерный Грахл. Обращение Кинарет. Топающий мамонт. Это уже у нас такие довольно крупные карты идут. Так, Левиафана только лишь из-за того, что он 8-8 я взял. И топающий мамонт. Вот Некромант тоже, в принципе, хорошая карта. Но на кого ее заменить? Давайте, наверное, зелье уберем. Вот так. А здесь, ну здесь одна только карта, и то их не осталось, потому что одна у нас уже есть в колоде. Сокрушительный удар. Так, и темный пожинатель у нас уже стоит. Ну что же, ребята, попробуем вот такой вот колодочкой победить следующего нашего врага. Так, а это что у нас такое? Все карты обычные, редкие, эпические, легендарные. Только лишь одна. Восставший легат. И то она у нас уже в колоде есть. 200 алмазов. Ведь как-то помню, говорили, что можно улучшать карты. Но пока не знаю как. Пока еще с этим не разбирался. Страж высоких эльфов. Ну что же. Вполне, вполне. Ваши возможности будут ограничены, пока не прорветесь за городские ворота. Солдаты, нужно захватить ворота и быстро. Ага, вот оно как.
Ну, это все слишком сильные карты. Давайте вот так вот заменим. Торгаш из Брума, это хорошо, что выпал. А вот щетинистый, это как-то не ахти. У меня кое-что есть. Так, защитник Фаруна. Блин, недостаточно магии, придется тратить. Давайте сюда. Да что такое-то? Ах, елки-палки, я не могу ее поставить на эту сторону. Блин, надо ворота уничтожать. Расскажи, где болит. Да хорош, ну в самом деле, завязывай уже. Хватит с меня. Это с меня хватит. Блин, всех придется ставить на одну полосу, на одну... На левую, короче, половину. Черт подери, дает стража. А он у меня и так со стражем. Так. Твой путь окончен. Давайте так сделаем, что ли. Итого у нас будет 4 урона. Держитесь, братья. Опа-на, он еще их усилил. Оружейник из Брумы. Скажи, Торгаш из Брумы. Блин. Я даже не знаю, что сделать, а. Он меня сейчас будет крепко прессовать. Давайте тогда сделаем так. Атака, атака. И, наверное, все-таки защитника выставим. Стража. Хватит себя. Верный Хускарл призывает 2 плюс 2 и стража. Черт, он только сюда ставится, блин. У меня нет выбора, ребят, придется влепить. Давайте так сделаем. Скажи, где у тебя болит? Да везде я у меня болит, елки-палки. Смотрите, 15 хп уже осталось. Елки ты, палки. Давайте, ребята, разбомбим эти ворота в конце-то концов. И тогда, наверное, мы сможем уже ставить твой карты на ту половину. Так. Отлично. Патрульного сюда. Это план. Всегда есть план. Ну что же он сейчас будет делать? Наверное, разбирать мне карты. Да ё-то берег. Ядрить его на корень, а. Скажи, где у тебя болит? Тебе нас не победить. Я уже понял, что бой будет не такой простой, как хотелось бы. Так, некромант, щетинистый. Давайте сделаем так. У меня жалко, нет рывка, ребята. Мне бы рывок сейчас очень сильно пригодился бы. А так... Нет, он меня на следующий ход разбирает. Выходит так, ребята. 5. И тут 7. Да, все, я проиграл. Жаль, конечно, жаль. Не очень хорошо у меня получилось. Ладно, проиграли так проиграли. Давайте следующий бой. По крайней мере, я знаю, чего мне ожидать. Давайте заново переиграем. Ах ты страж, высоких эльфов. Ну ты даешь, конечно. Да-да-да, я понял, что ограничен, пока я не прорвусь через ворота. Так, туча стрел, вот этого мы убираем. Ваковы, ну хотя бы так, пускай будет. Во, защитник Фаруна. Это давайте план. Торгаш оставим. Есть план. И следующие карты у нас будут усиляться уже. Так, он почему-то ничего не выложил. Ладно. Слушайте, не надо эту карту тратить, давайте Фаруна поставим. Так, и заодно я получаю за каждую карту отхил, да? Начнем. Так, имперский легионер. Так, уничтожает всех. Ох, хорошо-то как, ребята. Вот это то, что надо было. Карта была шикарная. И у нас следующий, наверное... Что? Это еще не все. Ёлки-палки, у него тоже есть козырь в рукаве. Ладно, наверное, ставим имперского легионера. И по одному легионеру с каждой стороны. С валунами, отлично. Что на этот раз? Ёлки-палки, вы посмотрите, как хитро он делает. Еще и оберег ставит.
Так, что у меня тут? Боевой клич. Ага, и некромант. Давайте вот так вот сделаем. Ваковы. И вот так. Вот это будет самое то, что надо. А он пускай там пока стоит в кандалах. Если что, у меня на следующий ход Сент-Тигр есть, ну и некромант. Стража мне подбил, гад. Так, новобранцы, давайте тигра выставляем сюда. Приказ ясен. Да, естественно, он сейчас будет его бить. Он снимет себе оберег. Победа будет за нами. Ох ты смотри. Усиляет, а. 9-7. Ёлки ты палки. Не может этого быть. Дайте мне хотя бы немоту, а. Некромант, только лишь, наверное, на тебя надежда вся, да? Случайную карту он выдаст мне. Давайте тогда так сделаем. Торгаш из Брума. На прорыв! Сейчас будет наверняка идти в лицо. У меня кое-что есть. 2 единицы урона. Да, все так и вышло. Вы получаете 4 единицы здоровья. Делать нечего, ребята. Ты заплатишь за это. Твоя смерть порадует королеву тебя. Ну, этот лопух. Этот день войдет в легенды. А вот это уже не лопух, далеко. Итого получается 12-14. Очень много дамага. Да, но руна-то не уничтожена. И фиг его знает, когда она будет уничтожена. Налагает немоту. Вот это надо, ребята. Ну вот на этого чудика. Пускай обратно 1-1 станет. Все. Как-то будем еще, ребята, здесь выживать. Ну что, заполним, наверное, с вами имперскими новобранцами нашу половину. Что прикажете? 3 штучки. Ну что ж, неплохо. И гниющий драугр. Что он сейчас будет предпринимать? У меня карт нету, ребята. Карт нету, а у него еще сопляжу. Я что делает? Самые крупные карты он мне просто уничтожает. Хватит меня. Я облегчу твою ношу. Ёлки-палки, у него еще, смотрите-ка, с поглощением чувак стоит. Ты заплатишь за это. Здесь он сделал размен. Ну дайте мне карту хорошую. Так, Намира какая-то, ученица. Когда погибнет другое дружеское, возьмите карту. Давайте вот сюда выставляем. И этих. Слушаю и повинуюсь. Вот так вот. Жрец. Так, что следующая за карта? Верный Хускарл. Так, оружейник из Брумы. Готов служить. Слушаю и повинуюсь. Добиваем. Ага, патрульный. Блин, давайте потратим магию. И вот так вот. Ну что же, вроде бы как довольно неплохо. Еще, по крайней мере, у нас есть шанс на выживание, ребята. Да, конечно, конечно. Как бы не так. Че творит? Инструктор. Так, у нас тут жрец и верный Хускарл. 10 манны у нас, ребята. Черт бы его побрал. Давайте сюда ударим. Стража выставим. И инструктора. Или же, подождите. Вот, давайте, наверное, вот. Пройди очищение. Немоту. Ну, это, конечно, бесполезно, но тем не менее. Я просто выставил ее из-за того, что эта карта 4-4. Так, сейчас будет... Ах ты, смотри-ка. Не рискнул ударить. Ну что же, я думаю, что это только мне на пользу, а ему во вред. Обучение окончено. В бой. Все. Сейчас будем его, ребята, разбирать. Плати за все. Хорош, побуянил, как говорится, и... Матерь Бано! На этом хватит. Плати за все. Так, и в лицо идем. 6-4, 2-2, 2-1, 3-6. Ничего себе всем. Практически все карты он потратил. Ха-ха. А у меня, смотрите, оружейник из Брумы. Готов служить. Главное, что остался страж.
Что на этот Необходимо раз он выставит? Прорвать их ряды. Сюда ставит. Гад знает, куда влепить. У меня тот фланг не защищен. Хотя все в порядке. У меня защитник Фарона вышел. Твоя жизнь. Блин, сейчас, если я ему собью эту сферу, он возьмет еще дополнительную карту. Мне бы нежелательно, конечно, этого делать. Ага. Полуночный караул. Кто идет? Живу, чтобы служить. Два стража на каждую линию. Плюс усиленные, итого 2-4. Твоя жизнь. Ну что же, думаю, что эту карточку я, ребята, сделаю. Ага, не могу, он только что призвался, ладно. Нас ждет битва. Битва-то нас ждет. Черт, уничтожил моего брумиста. Ну что ж, давайте тогда вызовем некроманта. Посмотрим, Убить какую их. Он мне даст колоду. Твой путь окончен. Сюда. Да. Убить их. И еще 4 дамага потом останется, но я думаю, что отхилиться он уже не сможет ничем. Ух, вообще шикарненько. Давайте, наверное, сюда влепим. Все, стал он у нас стражем. Ему не пробить. Начнем? Не пробить некроманта моего. Расскажи, где болит. Это тебя не спасет. Извини уж, эльф, но хорош. Твоя смерть порадует королеву. А меня порадует твоя смерть. И она уже близка. Все, ребята, добиваем. Убить их. Да, не спорю, конечно, довольно такой серьезный был противник. Но, как вы видите, немножко он тут прогадал. Тем более у него были карты, которые только лишь могли уничтожать. Если бы у него были бы боевые, тогда да. А так он тут лопухнулся. Здесь у меня 2 стража, и здесь 2 стража. Особенно вот этот 6-6. Которого никак ему не пробить. Он должен потратить 4-1 и 2-2, чтобы убить. Соответственно, у него остается только 1-3. Убить их! Все, ребята, победа Давай за нами. Вперед! Нужно найти на Арифина, пока не поздно. Поздравляю, ребята, нас с очередной победой. И мы с вами продвигаемся дальше. Ах ты, немножко не хватило до 9 уровня. Игровые награды. Так, получаем карты с вами, да? Снежный саблезуб. Может каждый ход провести дополнительную атаку. И мантикора, страж. Уничтожает существо противника на этой линии. Довольно неплохо, ну и стоит, конечно, много. Нарифин. Так-так, император собственной персоной. Зачем явился? Сразиться со мной? Дурак, думаешь, ты меня остановишь? Посмотри вокруг. Народ гибнет сотнями, пока мы тут разговариваем. Их кровь исполнит пророчество. Я зажгу огни Обливиона в этом мире, как только брошу твой труп в этот общий костер. Глава 20. Раскрытие карт. И мы с вами, ребята, продолжаем играть в Elder Scroll. И босс у нас Нарифин. Будем пробовать. Наверное, оставим эту колодочку. Имперское могущество. А что у нас тут за молоточек такой находится? Давайте-ка посмотрим. Самому интересно. А, это редактировать колоду. Нам это не нужно, ребята. Нет, все-таки имперское могущество. Это уже проверенная колодочка. Так что я даже не знаю, что он из себя представляет, этот Нарифин. Лорд. Ну, я думаю, что босс должен быть довольно серьезным. Так, давайте здесь мы вот шестерочки уберем. Немота, я думаю, нам пригодится. Да елки-палки, ну что за руку мне дали, а? 3 хода мне надо ждать до ближайшей карты. Фигня какая-то. Ну что ж, ничего не поделаешь. Будем как-то тянуть. Подавление, немота пока нам не нужно. Да, на 4 урона бомбанул. Ёлки-палки, страж 4-5 сразу же на втором ходу. Да вы чё, ребят? Торгаш из Брумы. Давайте выставлять его. Всегда есть план. Да, 8 урона сейчас я получаю. И это на третьем-то ходу.
О-хо-хо-хо-хо. Защитник Фаруна. Выбора нет, ребята. Я знаю, что он сейчас убьет. А что ж поделаешь. Так, задержание. Ага, задержание. Давайте, наверное... Нет, стража не то. Давайте вот... А почему не могу? А почему я не могу разыграть эту карту? Не понял я. 4 маны. У меня 4. Ладно, давайте задерживать тогда. Лучше 4 урона получить, чем 8. Да, ребята? Получил я. Ага, торгаш из Брума опять мне выпал. Да какого лешего? Вы посмотрите, у него карты 5-3. 8 и 5. Всегда есть план. Да, не слабый будет мне дамаг, если он пропишет. Сейчас все пойдет в лицо. Я пустота в сердце твоей надежды. Ёлки-палки. Ну что ж, давайте ставить Фаруна сюда. Уходи. Смотрите, он уничтожает мне карты. Я думал, что он пойдет в лицо. Ну что ж, давайте выставляем стражей. Хоть как-то надо прожить. Ой, ё-моё. Лопухнулся. Ладно. Все равно ему придется ее уничтожать. Кем он рискнет? Кем он... Да ну нафиг! Уходи! Да, 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 да. Это уже, ребята, нечестно, я считаю. Тебе от нас не уйти. Все, 3 урона. Мне хана, ребята, будет сейчас. Ничего здесь не поможет. Абсолютно, мне даже нечем прикрыться. Некромант, он мне ничего не даст ровным счетом. Да. Ну это уже просто так, ребята, от безвыходности. 4 этих получим. Каменщика. Все равно сейчас разбомбит, как ни крути. Все. Да, действительно серьезный такой босс. Ладно, будем пробовать еще раз, ребята, проходить. 9 уровень я получил. Разыграйте 10 карт действия. Хорошо, именно такого мага мы и ищем. Да уж, награды за уровень. Получил я божественное решение. Какая карта у меня уже была? А, она эволюционирует. Божественное рвение. Дружественный получает 0. А, 1 плюс 1. Ну, довольно неплохо. Ну, давайте попробуем выжившими тогда сыграть, что ли, я не знаю. Чертов лорд, а. Нет, шестерка не то. Это вот так оставим. Рывок мне, я думаю, пригодится. Ну, как бы, вроде бы неплохо все. Но если бы у меня был бы перстень с манной, это бы намного бы все упростило бы. А так придется все равно... О, второй ход. Солдат Хватча. 2-3. Что он сейчас сделает? За лорда Наарифина. Ну, как обычно, 4-5. Ладно. Вот я думаю, или тратить рывок, или вот эту. Давайте тогда так сделаем. Слушаю и повинуюсь. Потому что стражи нам не нужны. Тем более от лорда Наарифина. 2-2. Ну, с этим, я думаю, мы должны справиться. Рывок сделаем. Отлично. И быстрый выстрел. Пока мы его сохраним. Мало ли чего пригодится еще. Что там за карта дает? В руку ему чего-то, блин, не успел прочитать. Расскажи, где болит. Так, и, наверное, в лицо, ребята, пойдем сейчас. 3 плюс 3. Давайте вот так вот. Шикарно. Ёлки-палки, блин, с этой картой забыл рывок сделать. Вот она, значит, что получается. Карта он получает. Смертоносный шип ледяной выдает. Это 2 плюс 2. Решительный союзник. Давайте-ка Сенч-тигра. Скажи, где у тебя болит? Без стражей нам никуда не деться, ребята. Надо защищаться в любом случае.
Ёлки ты палки, ты посмотри, с оберегом еще плюс 7-5. Эх, у меня нету ни немоты, вот огненный шар. Хотя вот так вот можно попробовать. Оберег, по крайней мере, мы сняли. Но он в туманности. Я его не смогу атаковать сейчас. Пойдем в лицо. Скажи, где у тебя болит? Кровь и слава! 28 хп у него, да? Есть ли верхняя карта вашей колоды? Ну, она же вроде как не верхняя, да? Ну, посмотрим. Держать позиции! Да, ребята, бонус я профукал. И я пустота в сердце твоей надежды. Да успокойся ты, ё-моё, а. 10 урона Ладно. Болотный шатун. 9-1, слабый какой-то. Ну, хоть так у меня вышло, и то нормально. Хотя, ребята, 9-1 урон из-под теней, это будет даже неплохо. Считайте десятку, да? Бойся меня, смертный. Так, Вейтрана, солдата, я получил. У него дозорный. И опять страж, точно, 5-7. Да, довольно неплохой. Уничтожаем тогда его. Тебе нас не победить. Идем в лицо. Да какого лешего, у него там подхил-то сработал. Вейтрана, солдат, власти. Давайте в тени его сделаем. Дозорного стоять сюда поставим. Так. Вроде бы пока он нормально. Смертный. Что он там задумал? Страж Квадча. А, солдат Квадча. И все под хил делает. Так, это у нас с поглощением. То бишь он будет подхиливаться за удары. Наносит 3 единицы урона. Отлично. Давайте уничтожим одного. Нечего ему отхиливаться. Этого мы разбираем так. Золотой меч. Наносит 2 единицы урона существу. И затем повышается на 2. Тебе нас не победить. Это мой город. Все, естественно, ребята, в лицо придется делать. И стража выставляю. Да какого лешего, блин, да вы посмотрите, что у него за карта сейчас была, а? Уничтожает всех существ на линии. Обалдеть можно. Ты не император, ты убийца Рива. Верно говоришь, наконец-то до тебя дошло, что я не импер... А что я сделал-то? Ё-моё, блин! Я призываю вас! Ребят, это надо было так сейчас тупануть, а? Все, тут хана. Да, конечно, разобрал он меня под конец очень-очень красиво. Пронзающее копье. Ну и что оно мне даст, ребята? Ну, ровным счетом ничего. У меня 14 хп. Давайте нанесу я сюда урон. Ну, не поможет. Карт у меня нету. Сейчас он 3-3 нанесет мне в лицо дамаг. Тут у него еще поглощение. Оу, итого 5 урона. Так, призывает. Ну что же, давай сделаем так. Опять у него прорыв. Все, 7 хп, ребята. Ну и как вот... Как вот мне извольте здесь играть, а, ребят? Давайте сюда бомбанем. Ну, у меня 7. Сражайся, хоркер несчастный. 7 хп, если он сейчас мне 2-2 разберет карту. Да проклянет тебя, нет, он делает по-другому немножко. Рывок. И ровным счетом. Ёкалы. Да завязывай ты. Ребят, вы это видели, а? Как вот, как интересно мне с ним драться. Я не знаю, может ядовитыми попробовать колодами его побомбить. Давайте попробуем, Данмерские Мстители. Ну это вообще жесть. Нифига у него там и големы. И уничтожение всех карт. Да, лордик, ты меня просто удивляешь. Оставляем эту руку.
Бретонский колдун. Так. Давайте пропускать ход. Он сейчас тоже пропустит стопудово. Так и есть. Расщепление души, да, значит. Не могу понять, почему я не могу некоторые карты использовать, а? Лентяй. Ага. Так, ледяной шип он берет. Ладно. Так, у нас 4, ребята, надо выставлять лазутчика, наверное, да? 3-3. Посмотрим. Я этой колодой вообще не играл, так что я не знаю, что у нее здесь. Какие преимущества и какие недостатки. Ладно, наносит 2 единицы существу урон. Давайте сюда. А этого разберем этой картой. Жертвует существо. А, понял все, ребята. Оберег. Я повелеваю стихиями. Да елки-палки, я думал, что оберег он будет передавать, а он на себя повесил. Нафиг мне такая карта нужна, блин. 1-1 с оберегом. Вот, смотрите, что он делает. Вот он, да, 7-5 с оберегом. Вот это мощь. Тут уже ничего не скажешь. Давайте в оковы его. Другого выбора нет. Ну что же, он у нас в кандалах. Теперь нам надо подумать, как с ним разобраться. Или бить в лицо. Но смысла я не вижу пока. Лентяй не получится. Недостаточно магии у нас. Коварный союзник. Принести в жертву. Да, даже не знаю, что сделать. Ну давайте, наверное... Елки-палки, стрела это. Ну что ж, давайте тогда так сделаем. Пока я не вижу никакого варианта. Будем бить его в лицо. Пока он у нас в оковах. Если он, конечно, сейчас что-нибудь опять не зачудит. Ну, как бы не так. Опять прорыв пошел. М-да. Что это за карта? Получает 1-0 и стража. Лучшая защита, какую можно купить. Вот так. Ага. Что мы еще тогда можем сделать, ребят? Давайте сделаем, снимем с него оберег. Ну, давайте тогда так сделаем. Этого разбиваем. Этими пойдем, наверное, в лицо. Потому что другого варианта я пока не вижу. Отлично. Можно было бы, конечно, голема этого разбить. Но я бы потерял карты. А пока он в страже. У меня есть еще шанс что-нибудь выставить. Так, пропускаем ход. Так, расщепление души. Но это пока нам не надо. Что он сейчас предпримет? Ну, понятно, уничтожает карту. И еще один голем с оберегом, елки-палки, да? Тут уже, как ни крути, нам придется, ребята, разбивать. Жертвует, так, кража. 4 плюс 4. Ну, давайте сделаем так. И теперь, наверное... Даже не знаю. Это не верхняя у нас карта. Призывает 3-2. Со мною доблесть не ревать. Так, ну, придется разбивать. Другого выбора нету, ребята, у нас. Потанцуй со смертью. Ну, он, конечно, мне сейчас даст на 7 урона. Это однозначно. Сейчас посмотрим, как это будет. А, нет, смотрите, он потратил оберег. И восполнил себе жизни. Делает опять прорыв. Ну, у меня карт уже практически нету. Что это такое? 1-1, смертоносность. Если верхняя колода ваша... Да, она не верхняя. Ну, давайте пожертвуем, что ли, я не знаю. Врага он не хочет, это значит только мою карту надо... Да, не вариант, конечно, блин. Игры кончились. Проще простого. Попробуем так. Конечно, вот была бы у меня эта карта... Колдун... Лево было бы хорошо. Страж, да плюс еще под оберегом. Замечательно прошло бы. Так, расщепление души. Ладно, пропустим. Посмотрим, что он сейчас сделает. Вот так он, значит, делает, да? Ух ты. Страж, 3-4. Я пустота в сердце твоей надежды. Ух ты, какой ты все-таки негодяй, а, лорд. Ну, ты меня уже достал, на самом деле. Крадущийся крокодил. Совсем не то, страж. У нас выбора нет, придется ставить, ребята. И крокодила тогда сюда же поставим. К
Коварный союзник. Прольем немного да. света на проблему. Что тут у нас? Ага. 2 единицы урона. Давайте вот так вот сделаем, ребята. Но, тем не менее, это не улучшает мои позиции. Все в лицо идет, да? Последний вздох. Получил я карту. Свирепый. Так, что-то тут... Да ну, хорош, завязывает уже. Блин! Вот эта вот карта самая поганая. Вы посмотрите, что творит. Наносит 4 единицы урона. Так, давайте сделаем. Потому что иначе он за каждую карту будет по мне фаерболом бомбить. Заковываем. Отлично. Теперь надо с этими как-то разбираться, по идее. Наносит 3 единицы урона. Давайте. Придется этого бомбить. У него самый большой дамаг. И одна карта у меня остается. 3-2 и 3-2. И еще там 3 урона нанесли. Все, карт у меня нету, ребята. Да что ж ты творишь? И все отхиливается, отхиливается, отхиливается. 10 урона нанес карте. Страж. Его придется... Ой, елки-палки, пошли големы. Ледяные. Так, у меня такой страж есть. И такой. Да вот в том все дело, как бы здесь справиться. Пропустим. Что он сейчас? Ну, он сейчас разбивает моего стража, это одно. О, даже так сделал. Что же он тогда задумал? Да ядрить его на корень, а. Ну, посмотрите, что делает. И у меня всего 2 карты. Агент дома Садрас. Стражника. Ко мне. Последний вздох дает в руку. Я всего лишь тень. Что-то там непонятно чего. Все, ребята, у меня 3 урона и. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, стражем стал. И он выпускает стража своего. 5-7, ребята. Здесь все. Здесь мне не справиться. Ничего у меня хорошего нету. Руки чешутся подраться. Этот страж, я больше чем уверен, меня не спасет. Сдохни. Он его сейчас уничтожит и пробьет меня. Вот увидите сейчас. Смотрите. Я пустота в сердце твоей надежды. Конечно, как же. Как же по-другому. По-другому и быть не могло, ребята. Ну что же, на этом я буду завершать этот выпуск. Я надеюсь, в следующей серии мы обязательно его победим. А на этом все, ребята. Всем пока и до скорых встреч.